Это одно из самых холодных мест, где я когда-либо был. Мне почти жаль, что они плохие парни. Теперь понятно, почему я ушел? Вы вели себя как последние размазни, так? Ты впал в ярость. Почему нет? Вы, ребята, просто тянули меня вниз. И когда ты разозлился, твое отступление отбросило тень на каждого. Итак, Сплинтер велел мне найти вас. Лидер определяется только по собственным поступкам. Поэтому, чтобы действовать как лидер, я должен снова собрать всех вместе. Чтобы помочь тебе, я загадаю тебе загадку. Нужна помощь. Что краснеет от гнева, но зеленеет от зависти? Это меня еще больше запутало. Нужен ключ. Что краснеет от гнева, но зеленеет от... Стоп! Конечно, Раф! Раф – самый злой парень из всех, кого я знаю. Хотя не уверен по поводу зависти. Мне надо его найти. Посторонний! Схватите его! Красные драконы! Ю-ху! Да! Ю-ху! Да! 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 Возвращайся, когда будешь подготовлен. Тебя не учили никогда не нападать на черепах на улице? Я просто обманул красных драконов, когда отъехал грузовик, открыв для меня путь. Я шел по переулку. Знаешь, что я понял? Людям нужно иногда прибираться. Там был настоящий свинарник. Да! Ю-ху! Рафу всегда нравилось это место, и оно того стоит. Да!
подвел вас, сенсей. Да. Я недостоин быть вашим вожаком. Да. Да. Заперли меня. Здесь должен быть другой выход. Смотри, говорил же тебе. Прямо запрыгнул в ловушку. Это делает вас приманкой. Да. Должно быть, это священное место. Я чувствую таинственную силу. Дверь открыта. Чему бы кому-нибудь... Подожди. Мы закрыли его. Ты собираешься вниз, зеленый уродец. Это ты так думаешь, красный панк. Здесь Сплинтер и я должны когда-нибудь помедитировать. Фу, как воняет. Да, прошу прощения, что прерываю трапезу, но я принес вам ножи. Время вышло. Так-так, смотрите, кого крыса вовлекла во все это. Раф! Сплинтер отправил меня на твои поиски. Да, он отправил меня искать что-то, но забыл сказать, что именно. Не ври, он дал тебе подсказку. Ты называешь это подсказкой? Животные живут в этом, но предпочли бы жить вне этого. Это зоопарк.
Да, старая крыса смеется над нами, словно гиена. Нет, Раф, подсказка. Это зоопарк. Ты имеешь в виду, что мы должны пойти в зоопарк? Не обязательно. Ищи что-нибудь, что связано с зоопарком. Здесь нужен баланс. Никто не может балансировать так, как я. Итак, куда ты ходил прошлой ночью? Да никуда. Я был с Кейси. О твоей теории про зоопарк мой панцирь начинает чесаться. Это имеет смысл. Просто ищи знания.